Кирове прошли ежегодные грандиозные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди бригад МЧС. Испытания преодолевали 14 команд пожарных подразделений области. Соревнования по пожарно-прикладному спорту стартовали на стадионе «Прометей». Смысл заключается в выполнении комплексов разнообразных приемов, применяемых на практике тушения пожаров. Соревнования у нас проходят 8 дней в 2 этапа. Первый этап – задача – подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. Второй этап – это значит у нас боевое развертывание. Боевое развертывание включает в себя прокладку рукавной линии, борьбу с условным очагом возгорания. Подобраться к нему каждая из команд смогла с разными показателями. У кого секунды, а у кого и больше минуты ушли на само тушение огня. Все действия пожарного расчета были под пристальным вниманием судей. Соревнования проводятся уже не один десяток лет. Они существуют для совершенствования мастерства пожарных при тушении пожаров. То есть одним из методов подготовки пожарных является проведение этих данных соревнований, на которых пожарные оттачивают свое мастерство. Выявление лучшей дружины, по мнению спасателей, это хороший стимул. Порой ради победы пожарные идут на все. В один год к проведению соревнований была поставлена задача подъем комбинированным способом. То есть на третий этаж участники поднимаются с помощью выдвижной лестницы, а дальше на четвертый этаж поднимаются с помощью штурмовой лестницы. И один из участников вместо финиша в четвертый стал выбрасывать лестницу дальше на крышу башни. Несмотря на то, что организаторы максимально приближают боевую задачу к реальным условиям, уровень их профессионального мастерства лучше всего покажет любая экстремальная ситуация и спасенная человеческие жизни. Анастасия Китько, Руслан Быкасов, Вести, Киров.